Привет, меня зовут Софа, и добро пожаловать на мой канал, и я опять снимаю влог. Короче, у моей подруги день рождения, и я хотела просто пойти ее поздравить, и сейчас я покажу, что я купила в качестве подарка. Первое, что я купила, вот такую вот чашечку, сейчас я вам ее покажу. Следующее, это вот такой вот чай, здесь зеленый император, потом облепиховый чай и гранат асаи. И какие-то орешки, сделанные из гофрбумаги. Это я купила цветы. Такие вот розы. Мне кажется, очень тоже красивые, цветные. Тоня, если ты смотришь это видео, то, конечно же, я тебя поздравляю. Желаю тебе счастья, здоровья, удачи, успехов в творчестве и учебе. Так что никогда не унывай, всегда будь счастлива, наслаждайся каждым моментом своей жизни, расти большой, не будь лапшой. Конечно, какой-то, я не знаю, трэш, потому что у нас 35 градусов жары, и только, по сути, начало лета. О май гад. Кстати, вот я никогда не слушала маму. Вот опять я не послушала маму, и, короче, подумала, что если я надену каблуки и длинную юбку, никто не подумает, что я разжирела. И сейчас, блин, на этих каблуках, тем более замшевые туфли, я еле-еле как прошла, сколько там километр с чем-то. Кажется, что я скоро сдохну. Вы посмотрите, во что я превратилась. Такая жара. О май гад. Чё, как дурочка, надела все черное и носочки капроновые. Блин, как же это жизнь? Ты говоришь подруге, когда ты выйдешь? Она говорит, минут через 5, я сейчас куртку одеваю. Приходишь, значит, ты думаешь, блин, она должна выйти. Проходит минут 30, звонишь, она говорит, подожди, я еще голову не домыла. И такой, типа, чё? Вон она. Мы гуляем уже достаточно долго, и такая жара. А я вообще только босиком хожу. Это просто жестко. Наш район. Но я здесь не живу. Такая жара вообще пипец. Ну, мы сейчас за капустой пойдем. А я еще ноги натерла и этот ляжки. Или чё? Короче, сейчас я иду на встречу со своей подругой, которую я не видела практически 4 года. Ваня! Что я, скажем так, не закончу нормально видео, потому что, в принципе, мы просто пришли на площадку, стали обсуждать, что изменилось за 4 года, вот, что было 4 года назад, что у кого как и все такое. Так что я за это, конечно, дико извиняюсь, еще раз повторяюсь. Ну, думаю уже закончить видео, так что если вам понравилось видео, то обязательно поставьте лайк, напишите комментарий, подпишитесь на мой канал и всем до скорой встречи!